ребята, с вами Крем Шоу Оф Метеор. И сегодня мы играем в Hello Neighbor. Ну что ж, поехали с орехами. Акт первый. Мячик. Какой это мячик? Синий. Неправильно тут ни. Правильно. Ниси. Ай! Короче, для поворота камеры. Ой-ой-ой, да-да-да-да. Мы ж дураки, не догадаемся. Кстати, ребята, я в эту игру играл, и я тут знаю одну. Так, я хочу настройки. Управление. Джойстик. В этом доме есть одна очень прикольная пикалюха, к которой мы потом не сможем зайти. Кто хочет, можете посмотреть. Так. Опа-на. Кто? Кто орёт, спрашиваю? Ты кого там насилуешь? Так тебе по заслугам. Так, аккуратненько подходь. Стоп! Я только что понял, что это со второй альфа-версии. Вторая альфа. Ключи. И где они лежат? Ого. А туда 100% так просто не добраться. Вот 100%. Все. Так, мы получили. Для активации предмета. Это я все понимаю. Я в эту игру играл. Ого, нифига себе, трава! Зеленая трава. Так, я понял. Так. Интересно, она хочет или для красоты? Нет, все. А давайте-ка ее по дороге отправим. Есть. Велик. Так, он вышел. Надеюсь, он вышел на улицу. Надеюсь, он там заблудился. Так, берем кнопки. Да понял. Так, эту коробочку и все. Тыкс. Забирай. Оп. Оп. Он подо мной сейчас. Тупаная эта коробка. Так.
бежать. Прямо подо мной. Эти двери. Да я все это я знаю. Я все это знаю. И что? Что-то то открывается, то закрывается. Непонятно. Все. Ничего не будет, жалт. Так, если меня сосед поймает, то это будет фейл. Ключ. Слышите, да? Знаете? Она тут застряла. Ну, давайте тогда просто вот так. Меня одного интересует, почему стекло не разбивай. Почему свое стекло не разбивается? Так, ладно. Магнит. Мне нужны теперь коробки. Так, тихонько. Потихонечку. Помаленечку. Тихонечко. Пробираемся. Я не хочу видеть вон ту швабру. Ту швабру, которая там, походу, моется. Она рядом. Он меня заметил. Кыш. Бежим. Бежим. Все, отвязался. Тут меня отвязался. Дорогая, иди ко мне ты сюда. Теперь надо соседа выломить и замучать об собачьим. Слушайте.
уже дома. Так, вот он, короче, телевизор, который непонятно, что показывает. Охей, я Миродаги, бардо жалоповать на мой накал, личисец. И сегодня растует редичная, зыблоблочная туся по грабзонам Денеля в шаном родокке. Вот это, короче, комната, походу, моих родителей. Кстати, где моя? А, вот и, походу, моя. The family. Вот это рожа. The bullish, наверное, вообще по гражданам. Так, вот и там. Да. Ты там зашел. А, вот еще точно. Я забыл про один вариант. Так, иди киш. А то я шел вот туда немножечко другим способом. А я вспомнила про еще один. Вот такой вот способ. И, конечно, по канонам жанра вот эта вот фигня закрыта. Так, ну все. Ключ у нас. Теперь осталось только... выманить его из дома. Все. Бежим. Все, спускаемся. Есть. Я в подвале. Фух, это манекен всего лишь. И также по канонам жанра щиток сломан.
кстати, этот стул нам пригодится. Отличная стена. Пошла вода горячая! Конечно, все решают это голову другим путем. Ну, а я таким. Это самый легкий для новичков вариант. Но, кто хочет посложнее, тот хочет посложнее. Открываем. Так. Так, ну все, ребята. Пока что мы выходим. Но как только на это видео наберется 10 лайков, я делаю новое видео. Теня, вы... лайков. Ладно, упрощаю. 5 лайков и новое видео. Все.